В этих лесах еще водятся животные? Они научились хорошо прятаться. Тебе нужна новая обувь. Мне бы новые ноги. Скорее! Пятьдесят лет назад. Эвентфильм представляет. Производство Bright Light Pictures. При участии Chum Motion Pictures и Костер Ковиц Продакшнс. Джейми Кинг в фильме «Ожидание». В фильме также снимались Терри Чен, Ченг Пэй-Пэй, Генри О, Реган Оэй, Колин Фу, Чанг Цен, Кейт Мэйн. Музыка Хал Фокстон Бакет.
Монтаж Лиза Джейн Робинсон. Художник Крис Август. Оператор Григорий Миддлтон. Исполнительный продюсер Уви Болл. Продюсер Эндрю Костер. При участии Шона Вильямсона и Стивена Хэггиса. По истории Тревора Маккорта. Автор сценария Карло Бессаи и Даг Тейлор. Режиссер Эрни Барбареш. Шанхай. Наши дни. Ой, прости, я напугала тебя. Нет. Я думаю, выключить свет технически означает, что свет должен быть выключен. И то, что ты должен быть под одеялом. Хороших снов. Не надо. Сэмми уже поздно. Что не так? Ты веришь в призраков? Я люблю сказки. Сейчас месяц призраков. Месяц чего? Месяц призраков. Или если на северном диалекте месяц голодных призраков. Это то время года, когда мертвые начинают охотиться на живых. Ты же знаешь, что тебе еще рано читать такие комиксы. Это не из комиксов. Сьюзи Чанг мне рассказала. Слушай, призраки не станут тебя есть. Нет, могут. Сьюзи Чанг говорит, что если им не принести какую-нибудь жертву, они съедят тебя. Сьюзи Чанг любит пугать тебя. Бабушка Сьюзи не последовала этому правилу, ее нашли с полусъеденным лицом. Говорят, что демон откусил половину лица. Ну все, это уж слишком. Я звоню миссис Чанг. Нет! Эта девочка тебя перепугала до полусмерти. Все в порядке. Пожалуйста, не звони ей. Хочешь Реджи? Он защитит тебя. Мне не страшно. Хорошо, большой мальчик. Свет, пожалуйста. Да? Yes. Да. What? Что? When? Когда? Конечно, я приеду. Скажите тете Мэй, что я уже выехал, да? Что случилось? Дядя Раймонд умер. Да, мне надо возвращаться домой. Но у меня еще куча встреч вплоть до конца недели. Джейсон, этот человек вырастил тебя. Тебе нужно ехать. Да, я знаю. Прости, детка, просто я... Мы поедем с тобой. Нет. Ты не справишься с этим один. Мы поможем тебе, папа.
Иди-ка сюда. Thanks, buddy. Спасибо, приятель. Тихоокеанский северо-запад. Жертвоприношение для мертвых? Да, откуда ты узнал? Ребята в школе говорят. Что она делает? Это называется деньги для призраков, то есть призрачные деньги. Сейчас, по идее, месяц призраков. А что, если все это по-настоящему? Мы должны жить деньги для дяди Рэймонда? Нет, дорогой, я думаю, что это не обязательно. Знаешь, малыш, дядя Рэймонд так сильно любил деньги, что вряд ли хотел бы, чтобы их жгли. Все эти люди пришли сюда, чтобы почтить дядю Раймонда? Да, он помог многим людям. С самого начала он создал рабочие места, работал над формированием общества взаимопомощи. Помогал всем, кто нуждался в этом. Он всегда отдавал, поэтому эти люди все эти годы обитали здесь. Без понятия. Ты что, вырос здесь? Да, конечно. Ты бы видел, когда это место было открыто. Самое занятное место во всем китайском квартале. Все друзья мне тогда завидовали. Почему? Потому что можно было играть в прятки весь день, и тебя бы никогда не нашли. Ну что, пойдем посмотрим. Здесь не место детям. Сэмми? Вот ты где. А, значит, это он. А вы, видимо, Сара. Рад наконец-то с вами познакомиться. Привет, извините, я не... Шиян Кву, партнер Раймонда. Да, точно. В реальности вы даже симпатичнее, чем на свадебных фотографиях. Спасибо. Сэмми, познакомься, это дядя Шиянг. Он работал вместе с дядей Раймондом. А ты большой мальчик. Кажется, я напугал его.
Дядя Шиян. Привет, Джейсон. Привет, рад тебя видеть. Чудесное у тебя семейство. Спасибо. Сборщик костей мертв. И вслед за ним ушла целая эпоха. Да, дядя Раймонд был потрясающим человеком. Джейсон, я пойду прогуляюсь с ним. Кажется, он немножко застоялся. Хорошо. Правда? Хочешь пойти погулять, милый? Да. Хорошо. Было приятно познакомиться. Пока. Берегите себя. Ты в порядке? Прошу прощения. Извините. Это дамочка из Шанхая. Человек с золотой линзой. Слушай, ты здорово выглядишь. Спасибо. А это должно быть наследник трона. Это Блейк, друг Моми. Раньше мы работали вместе в газете. Здравствуй. Привет. Приятно познакомиться с тобой, молодой человек. Спасибо. Вы вернулись насовсем? Мы приехали на похороны дяди Джейсона. А что ты снимаешь? Ну, в общем, местные поверья, традиции и так далее. Да, конечно. Наверное, он прав. Нам действительно лучше идти. У меня голова раскалывается. Ты не знаешь, где ближайшая аптека? Да, направо, за углом. Рад тебя видеть. Я тоже рада тебя видеть. Береги себя, хорошо? Да, и ты. Ладно, пока. Пока. Пойдем. Аптека. Hello. Здравствуйте. У вас есть что-нибудь от головы? Да, сзади в углу. Я сейчас, хорошо? Хорошо. Привет. Привет. Призраки и демоны. Карта Китая. Жизнь после смерти. Тебе нравятся призраки? Да. Знаешь, какой сейчас сезон? Месяц голодных призраков. Правильно. Ты даже знаешь название. Хочешь секрет расскажу? Конечно. Все эти приношения, фрукты, тортики, сожженные деньги. Ты все это знаешь, не так ли? Да. Это не так уж и важно. А ты знаешь, что больше всего призраки любят есть? Что? Детишек. Не бойся. Он ушел. Это был призрак? Юн Квай. Демон. Злые призраки могут становиться демонами. Поэтому мы стараемся не враждовать с ними. В это время года, когда мертвые проходят в мир живых, тем, кто их видел, нужно быть предельно осторожными. Почему не все видят их? Большинство людей лишь чувствуют страх. Но чтобы увидеть, нужен особый дар. И очень чувствительная душа. Привет. У вас есть что-нибудь от головной боли? Ваш ассистент сказал, что она там в углу, но там ничего нет. Я смотрю, дар видения перешел от матери к сыну. Какой дар? От головной боли заваривайте чай из вот этого, добавив рыбную голову. Спасибо. Я не любительница чая. У вас есть что-нибудь типа Адвила или Теленола? Принимать таблетки от того, что вас беспокоит в это время года, это то же самое, что с помощью соломинки построить небоскреб. Понятно.
Нам надо идти. Спасибо за помощь. Подождите. Вы же здесь из-за смерти сборщика костей. Мы приехали на похороны Раймонда Цая. Откуда вы знаете? Если станет совсем невыносимо, приходите. Моя дверь всегда для вас открыта. Спасибо. Попробуй, нравится? Спасибо. Завтра я пойду на рынок, могу купить все, что только ты любишь. Ты, наверное, уже привыкла к китайской еде, или тебя тошнит от нее? Нет, все в порядке. Все отлично, не переживайте за нас. Конечно, но я беспокоюсь, если бы не твой дядя, мы бы жили на улице. А тебе разве не нравится? Хочешь что-нибудь еще? Попробуй, Сэмми. Ты же знаешь, хоть раз нужно все попробовать. А утку ты ешь? Она спрашивает, любишь ли ты утку? Он любит утку. Ты что, не говоришь по-китайски? Он знает несколько слов. За все это время в Шанхае он не выучил китайский язык? Он учится в Международной академии. Это отличная школа, и мы хотели, чтобы он продвинулся в знании языка до момента нашего переезда домой. Понятно. Так вкусно. Специи вкусные. Сара? Ты в порядке? Я в порядке. Голова, я скоро вернусь. Маму, что с тобой? Все хорошо, любимый, кушай давай. Что с ней случилось? Иногда у нее бывают сильные мигрени. Пойду посмотрю, как она. Мама в порядке, приятель. Кушай. Хочешь секрет расскажу? У меня мороженое на десерт. Черт возьми, телефон здесь не ловит. Странно это как-то. У меня не просто голова кружилась, а было ощущение, будто еда сама двигается. Думаю, нам стоит просто поспать. Неуютно как-то тут совсем. Это место страх наводит. Ты не чувствуешь? Что наводит страх, так это мысль о том, что я нахожусь в своей старой комнате с девушкой в постели. Твоя тетя Мэй совсем не изменилась, и она до сих пор меня не выносит. Это неправда. Пожалуйста, не надо. Ты сам все слышал. Все это время в Шанхае, и он все еще не говорит по-китайски. Ну, в общем, она в каком-то смысле права. Ты говорил, что в Китае мы пробудем год, а не больше. Мы договорились, что английская школа имеет больше смысла. Ты не хотел, чтобы он возвращался обратно с плохим английским, помнишь? Сара? Так в чем она, черт побери, права? Тебе вообще было наплевать, вернемся мы когда-нибудь или нет? Все хорошо, детка. Извини. Слушай, я знаю, тебе было нелегко. Шанхайский офис уже почти готов, и мы скоро поедем домой. Я тебе обещаю. Ты мне веришь? Почему они называют дядю Раймонда сборщиком костей? В далеком прошлом он отправлял останки иммигрантов назад в Китай для перезахоронения. Зачем? Еще одно старое суеверие. Они верят, что если не захоронить кости умершего рядом с костями его предков, то дух не может обрести покой. Просто кости? Да. После 7 лет выкапывания он занимался тем, что проводил церемонии над костями, он и дядя Шиянг. Я думаю, это было самым важным, что здесь сделало общество за время своего существования. Почему ты никогда ничего подобного мне не рассказывал? Потому что это было еще до моего рождения. Они никогда особо об этом не говорили. Еще одна семейная история.
У каждого есть свой скелет в шкафу. Ну да, только твои настоящие. Отлично. Выключай свет. Thank you.
Реджи? Реджи? Все хорошо, малыш. Не бойся. Я с тобой. Что происходит, мама? Я думаю, ты просто ходила во сне сладкий. Все в порядке, давай, иди спать. Полезай обратно в кровать. Давай, малыш, давай. Я не могу, мама. Почему, любимый? Мне нужно работать. Много всего надо сделать. Мне кажется, ты все еще спишь, дорогой. Просто закрой глаза. Я не могу. Много всего надо сделать. Иначе... Как Сэм? Спит. Бедняжка. Я не могу поверить, что никто из вас не проснулся. Он кричал изо всех сил. Прости, я снотворное приняла. Мне наплевать, что написано в контракте. Нужна вся сумма. И знаю, что проще при личной встрече, но я на похоронах, черт побери. Я перезвоню. Они и недели без тебя не справятся. Похоже, что нет. Езжайте, я в порядке. Нет, тетушка. Слишком скоро. Мы никуда не поедем. Бизнес на первом месте. Так Раймонд всегда говорил. Нам нужен сок. Я схожу. Нет, нет, мне нужно на солнце. Скоро вернусь. Я, кажется, напился, и теперь точно никуда не поеду. Езжай давай. А мы останемся и поможем ей. Я не могу оставить тебя одну с Сэмом, пока он болеет. Он не болеет. Он просто ходил во сне. Да, но он никогда не делал это раньше. Да, но его биоритмы в связи с такими перелетами никогда не нарушались. И мертвых он никогда не видел. Это уж слишком для его психики. Ты уверена? Да, с нами все будет в порядке. Ты лучшая. Пойду соберусь, хорошо? Давай.
Боже. Извините, я вас не заметила. Еще спит? Мне кажется, у него температура. И там что, фокус с открыванием окна какой-то? Там довольно душно, а окно не открывается. Сейчас открою. Нет, все в порядке. Сара, иди ложись спать. Ты всю ночь рядом с ним просидела, я сменю тебя. Может быть, я пойду душ приму. Спасибо. Держись от меня подальше, ведьма! Джин Куай, вот джинами де Джин Мэму, Шарен Чонгшоу, Шарен Чонгшоу! Не вышел ты, ты говоришь по-китайски. Ты соврал мне. Я не вру. Это ты врешь. Какой мальчик будет обманывать старушку? Какая старушка будет обманывать саму себя? Мне не очень хорошо. Боже, боже. Что случилось с твоими руками? Мэй! Мэй, Мэй! Звоните в 911. Его руки я не знаю. Я нашла его в подвале. Там была старая фабрика. Слава богу, с ним ничего не случилось.
случилось? Он просто ходил во сне. Хорошо, мэм, пожалуйста, подвиньтесь. Ну, как он? Он до сих пор ни на что не реагирует. Но почему? Он был совершенно здоровым ребенком. Пока слишком рано что-то говорить, мэм. Нам необходимо провести множество тестов. Так, а что случилось с его руками, его руки? Вы сказали, что он играл на индустриальной площадке. Могли ли там быть какие-то остатки краски или чернила? Он был в моем подвале, там не было чернил последние 40 лет. Как думаете, когда он проснется? В таких случаях трудно что-либо прогнозировать. Предварительные результаты тестов мы получим завтра. Когда его можно увидеть? Я пришлю к вам медсестру, она вас проводит. Мы поможем вам и вашему сыну пройти через это. Спасибо. Давай, Сара, пойдем. Джейсон? Джейсон, подожди. Джейсон, наконец-то. Тебе нужно срочно вернуться, нечто ужасное. Джейсон? Алло? Алло? Черт возьми. Помогите! В чем проблема? Проблема? Что? Я не понимаю. Миссис Сай, вам нужно отдохнуть. Вы не можете проводить здесь каждую ночь. Что-то не так. Что-то странное тут происходит. Конечно, что-то не так. Ваш сын болен. Я знаю, что он болен. Почему вы, люди, не можете мне сказать, что с ним не так? Что с моим сыном? Мы делаем все, что в наших силах. Правда, мы делаем все возможное. Простите, просто я... Ничего страшного. Вам нужно было выпустить напряжение. Иногда бывает слишком тяжело. Пойду прогуляюсь. Будут изменения? Любые. Изменения. Позвоните мне, пожалуйста. Конечно. Конечно. Я люблю тебя. Вы сказали, что если будет совсем невыносимо, я могу прийти сюда снова. Где вы это взяли?
Я нашла это рядом с моим сыном. Он ходил во сне. Это похоронный ящик. Это что? Кости умерших отправлялись в Китай именно в этом. По одному человеку на ящик. Это сделано из свинца или чего-то токсичного? Вот, ее имя Шен Лу из провинции Гуандон. Ей было 17, когда она умерла. Это девочка. Вы ее видели раньше? Я до сих пор вижу эти кошмары наяву. Те вещи, которые мы видим, когда спим, эти вещи не менее реалистичны, чем что-либо другое. Дайте-ка я вам кое-что покажу. Я записываю свои сновидения, чтобы попытаться понять, что мне может поведать мир за пределами этого мира. Вот. Когда я первый раз увидел вашего ребенка, я узнал его. Год назад мне приснился один сон. Что вы сделали с моим сыном? Я вам не враг. Что вы с ним сделали? Из того, что вы описали, я делаю вывод, что им овладели духи. Его Линг-Хун, его душой. Простите. Я не знаю, что мне делать. Вы растерянны, напуганы. Отчаянная мать своего дитя, это естественно. Если бы я даже во все это верила, что я должна сделать? Выяснить, чего дух хочет от вас. Это девочка, Шен Лу. Если это ее гроб, тогда где же ее кости? Это плохо, если кости умершего не захоронены рядом с предками. Дух не может обрести покой. Значит, мне надо найти ее кости? Возможно. Спросите жену Раймонда Цай. В прошлом на их фабрике работало много молоденьких девушек. Окей, хорошо. Вам следует поторопиться. Детские души очень слабы. Спасибо. Привет, Сара. Сожалею о том, что случилось с твоим сыном. Спасибо. Это Бен Ли, мой старый коллега. Привет. Здравствуйте. Садись, пожалуйста. Что это? Вопрос может показаться странным, но... Работала ли в прошлом на вашей фабрике девушка по имени Шен? Шен Лу? Не могу вспомнить. У нас много девушек работало. И это было 40-50 лет назад. Где спрятаны ее кости? Ее что? Дядя Раймонд, общество взаимопомощи. Вы отправляли кости обратно в Китай. Где-то еще кости остались? Я не могу говорить.
Сара, китайское общество взаимопомощи перестало отправлять кости умерших обратно много лет назад. Коммунисты пришли к власти и закрыли все границы, даже для умерших. Останки многих людей остались невывезены. И что с ними стало? Они так и остались погребены. Мы прекратили эксгумацию тел. Спасибо. Как, Сэм, что говорят доктора? Без изменений. А записи на работников какие-нибудь сохранились? Я помню, видела внизу какие-то шкафы. Мы давно уже все выбросили. Вы не против, если я пойду и посмотрю вокруг? Нет. А почему на входе на фабрику новый замок? Из-за Сэма я переживаю за опасность химикатов, которые могли там остаться. Тогда что делает этот грузовик снаружи? Если вы не хотите, чтобы там внизу кто-то находился, что тогда они разгружают? Они работают на меня. Миссис Цай разрешила мне пользоваться складом для хранения материалов. Извините, леди, нам уже пора. Сара. Что вы скрываете от меня, Сара? Я понимаю, вы испытываете сильный стресс. Но ради своего сына вам надо отдохнуть. Сара. Зачем ты обижаешь моих гостей? Что с тобой? Пожалуйста, можно я пойду вниз и проверю архивы? Да нет никаких архивов. И вообще, кто хранит архивы 50 лет? Я получил твое сообщение. Кома? Мне нельзя было уезжать. Я люблю тебя. Держись там, ладно? Я сейчас сажусь на самолет. Скоро увидимся. Привет. Привет. Дай угадаю, ты передумала и хочешь вернуться на работу. Нам не помешает хороший независимый журналист. Мне нужна твоя помощь. Я весь твой. Ты не знаешь, где можно найти архивы на иммигрантов, которые работали на фабриках в конце 40-х годов? Ты работаешь над какой-то историей? Мне просто нужна информация. Пожалуйста. Хорошо. Я попробую. Название компании знаешь? Дядя Джейсона владел фабрикой одежды в Чайна-тауне. Сай-фабрик или что-то подобное. Фабрика одежды в... Не думаю, что они хранили какие-то документы. Что ты имеешь в виду? Должны же были остаться какие-то платежки, иммиграционные бумаги, еще что-то. Подумай сама, Сара. Китайская фабрика одежды 40-х-50-х годов. Толпа девушек из Китая, желающих на ней нелегально работать. О каких документах может вообще идти речь? Патагонное производство? Не хочу, конечно, бросать тень на твоих родственников, но... Подожди, подожди, у них была... У них еще и транспортная компания была. Сай Импортс, да? Да. Клянусь богом, я скоро ослепну. А вот она. Жалобы в Министерство по труду. Однако жалобы рабочих не удовлетворены. Это было в 1949 году. Еще одно расследование уже в 70-х. Оправдание контрабанды, недостаточное количество улик. Все обвинения сняты. Что это, были наркотики? Части животных. Части животных? Да, если говорить об этих местах, то речь о медведях в основном. Я нехило заработал на этом несколько лет назад. Медвежьи лапы — большой деликатес в Китае, из них варят супы. Это отвратительно. Да, что ж, это еще не самое отвратное. Они используют медвежью желчь в своей традиционной медицине. Они вставляют в желчный пузырь животного катетер и высасывают оттуда всю желчь. Отвратительно. Да черт с ним, с медведем. Это ужасно. Зачем дяде Джейсону заниматься всем этим? Это нелегально. И это стоит целое состояние, если завести в Китай. Джейсон? Да, это мама Сэма. О, боже. Я скоро буду. Thank you.
случилось? Нам пришлось перевести его в операционную. Его сердце отказывает. Что? Доктор Кент, вместе с ним мы справимся. Позвольте мне принести вам воды. Вы в порядке? Вам правда лучше сесть? Вам надо думать о своем здоровье. Я в порядке. Я в порядке. Пойду посмотрю, как его состояние. Это просто нереально. Это кошмар какой-то. Это нереально. Вашему сыну хуже, да? Это закономерно. Завтра последний день месяца призраков. Хватит. Как взойдет солнце, связь между их и нашим миром разорвется. И вы потеряете сына. Прекратите. Я не могу позволить ребенку умереть. Тогда сделайте что-нибудь. Вы можете кое-что попробовать, но это очень опасно. Что? Пойдемте со мной. Вы думаете, то, что вы сейчас здесь стоите, может как-то помочь вашему сыну? Жертвоприношения, которые мы совершали на улице, это всего лишь декорации. Они позволяют живым получить иллюзию безопасности. Если нам что-то нужно от духов, мы должны пожертвовать чем-то действительно ценным. В это время года царства живых и мертвых пересекаются, и реальность погружается в безумство. Злые духи, гонимые мщением, наиболее сильны. Но у вас нет другого выбора. Если вы хотите спасти своего сына, вы должны встретиться с ними лицом к лицу и как можно скорее. Это защитит вас так же, как и это. Что это? Возьмите с собой. Куда мне надо идти? Разгневанные духи в ловушке в тех местах, где они больше всего страдали. Торопитесь. У вас есть время только до рассвета. Вы будете видеть глазами мертвых, но ни в коем случае не давайте им прикасаться к вам. Они не смогут вас тронуть, пока вы им этого не позволите. Ни в коем случае не делайте этого, иначе вас ждет та же участь, что и вашего сына. Вы застрянете в их мире. Самые злые духи становятся демонами. Это блуждающие духи. И они хитроумны. Могут появляться в любом обличии. Апельсин для демона-стража, для того, чтобы купить себе вход. Барабан вызывает к мертвым. Достаточно ударить только раз. И последний шаг. Яд, содержащийся в этой игле, приведет вас на край смерти. Чтобы видеть глазами мертвых, нужно стать одним из них. Я не смогу сделать это. Сара. Джейсон, я так рада, что ты здесь.
Что ты делаешь? Я пытаюсь спасти Сэма. Сэм разве здесь? Нет, он... Давай, я помогу тебе. Пойдем, нам нужно попасть в госпиталь. Ты слишком умна для женщины. Я приду к тебе сегодня ночью. Дядя Реймонд.
тетя Мэй? Рэймонд, этот вроде бы готов. Отлично. Завтра они уже ждут отправления груза. Ты что, шпионишь за нами? Вы никогда не отправляли кости умерших. Вы все время занимались контрабандой медвежьих частей. Я знала, что у нас когда-нибудь возникнут проблемы. Как вы можете? Кости должны быть отправлены домой. Сейчас мы твои кости домой отправим. Нет. Пожалуйста, я никому не скажу. Раймонд, мы верим ей или нет? Раймонд, пожалуйста. Заткнись. Для тебя я мистер Цай. Посмотри на нее. Она ничего не станет говорить. Если ты скажешь хоть слово, я отрежу тебе язык и заставлю съесть его. Поняла? Возвращайся к работе. Ей нельзя верить. Она бы рассказала. Нам надо ее убрать. Мы не можем этого сделать сейчас. Давайте подождем, когда наступит темнота. Она сделает это. Она устроила этот бардак, так пусть сама за собой убирает. Сара, расслабься же. Убери их, убери скорее. Это для твоей же безопасности. Послушай, доктора хотят быть уверены, что ты больше не поранишь себя, хорошо? Нет, ты не понимаешь, нам нужно спасти Сэма. Любимая, доктора делают все, что в их силах, ладно? Сколько сейчас времени? Сейчас около половины четвертого утра. Тебе надо отдохнуть. Нет, нет, время до рассвета. У нас еще есть время. Он сказал до рассвета. Кто сказал это? Может, нам доктора позвать? Спроси ее про кости. Какие еще кости? Что вы сделали с костями Мэй? Вы никогда не отправляли кости умерших обратно в Китай, не так ли? Она меня разочаровывает, Сара. И вам было мало того, что они вырабатывались на вашей фабрике до смерти. Вам даже не хватало приличия захоронить их подобающим образом. Сара. Пойду поговорю с врачом. Держись от него подальше. Не давай ей подойти к нему. Послушай меня, послушай. Послушай, пожалуйста, твои тетя и дядя, они занимались контрабандой и убили девочку. О чем ты вообще говоришь? Шинлу, ее звали Шинлу. Она увидела, чем они занимались, и поплатилась за это смертью. Сара, да ты послушай себя. Сэмом овладел дух этой девочки. Нам нужно найти ее останки до наступления рассвета, иначе мы навсегда потеряем своего сына. Сара, я люблю тебя. Пойду проверю, как там Сэм. Пойду и проверю сам, хорошо? Сейчас вернусь. Не оставляй меня здесь одну. Не надо. Возьми меня с собой. Может быть, это вопрос нескольких часов. Мне очень жаль. Кто такая Шенлу? Что ты говоришь? Шенлу.
Она работала на вас? На нас работало много людей. Хорошо. Хорошо, тетя Мэй. Тогда как мы платили людям, которые работали на нас? Почему ты спрашиваешь об этом? Потому что я хочу знать. Я хочу знать все, кто из них куда переехал, пошел в школу, начал свой собственный бизнес. Хватит. Эти люди преклонялись перед нами. Делали все, что им говорили, и были благодарны за это. Да? Значит, вы действительно командовали рабами? А что насчет моей жены Сары? Что еще из того, что она сказала, является правдой? Я не знаю, что мне делать. Мне нужно, чтобы ты верил мне. Пожалуйста. Разве вы не должны быть в больнице? Что здесь происходит, черт возьми? Не будь идиотом. Это просто бизнес. Ну да, но это моя компания. Вы меня просто использовали. Они замуровали их. Там сзади была комната. Туда они и бросили кости. Твоя женщина безумна. Полегче. Что ты делаешь? Скажи мне, как туда попасть? Там не на что смотреть. Что ты наделала? Сара, осторожнее. Вот ваши кости. Ну что, спасет ли это вашего сына? Oh.
Он любил тебя. Он хранил твои останки все эти годы. Мы отправим вас домой. Пожалуйста. Можно нам забрать нашего сына? Пойдем. Я даже не знаю, что сказать. Это чудо. Мама, теперь мы можем пойти домой.